Добрый вечер, уважаемые телезрители! Вы смотрите Печорское телевидение. Информация для гостей и жителей нашего города. Не пропустите только 4 дня с 12 по 15 декабря в магазине «Классно» по адресу улица Гагарина, 36, действует акция при покупке одного пуховика, второй в подарок. Зимнее пальто коллекции прошлых сезонов производства России по 2900 рублей. В магазине всегда большой выбор головных уборов, платков, палантинов. Магазин «Классно» вас всегда рады видеть по адресу улица Гагарина, 36. Анатомические матрасы фирмы «Арматек» – это отличный сон для комфортного отдыха, крепкого здоровья и прекрасного настроения. Магазин «Спальное место» дарит новогодние скидки до 70% на матрасы, подушки и на матрасники, а также распродажа удобных компьютерных кресел, новое поступление шкафов-купе, суперскидки на детские кровати, акция только до 31 декабря, дополнительные скидки на весь ассортимент 10%. Магазин «Спальное место»? Наша мебель сделает ваш дом ярче. Не переключайтесь, впереди вас ждет прогноз погоды. Партнер программы «Прогноз погоды» – современная медицинская клиника. Многопрофильный медицинский центр «Современная медицинская клиника». От диагностики и постановки диагноза до комплексного лечения. Анализы, УЗИ, приемы врачей, гинекология, онкология, лечение зубов и протезирование. Действуют скидки для пенсионеров, инвалидов и членов профсоюзных организаций. Записывайтесь по телефону 30350. По данным синоптиков, завтра, 12 декабря, в Печоре ожидается переменная облачность, ночью временами небольшой снег, ветер западный, северо-западный, умеренный, 4 метра в секунду, атмосферное давление 753 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха сегодня ночью и завтра днем будет минус 6, минус 8 градусов. Уважаемые телезрители, не забывайте, что объединение «Волна» – это еще и разнообразная полиграфическая и сувенирная продукция в наличии и по индивидуальным заказам. Вы смотрели прогноз погоды? В студии была Марианна Левченко. Всего вам доброго. До свидания.